Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Александр. Сегодня подъехали вот такие три посылочки от компании Romos. Сами догадайтесь, с чем. Ну, конечно же, с пауэрбанками. Вот эту самую большую мы изучим отдельно в следующем видео, а вот эти две поменьше будем изучать сейчас. В них, насколько я знаю, находятся довольно простые пауэрбанки без поддержки функции быстрой зарядки какой-либо, Quick Charge, Power Delivery. Но такие банки тоже довольно часто используются, мною в том числе, для зарядки камеры и прочего, где быстрая зарядка не нужна. Десятка у нас именуется Sense 4 Mini Power Bank, 10 тысяч мА, 37 Вт, 202 грамма вес, вход 2,1 ампер, microUSB или Type-C, выход 5 вольт 1 ампер, 5 вольт 2,1 ампер, это два выхода. И суммарная мощность, если включить два устройства, тоже 2,1 ампера. Интересно. Ну и размеры. Так, и второй у нас. Вот такой вот здоровяк, 20-ка, с индикатором уже цифровым. 3 input порт. Здесь уже 3 входных порта. Еще, по-моему, Lightning добавлен, да? Все входы, значит, по 2,1, и выходы 2,1, 1 и 2,1 вместе. То есть, характеристики, в принципе, такие же. Насколько я помню, по выходным токам у Romos даже превосходило то, что у них было всегда заявлено. Давайте на них смотреть. Изучать, естественно, тоже. Раз и второй. Два. Вот такой вот малыш. Значит, вот они наши выходы, вот они входы, кнопка проверки заряда, индикация, 4 светодиода, ну и все. Размер с кредитной карты, правда, такой толстенький. В комплекте кабель microUSB идет. Так, следующий двадцатничек. Вот даже есть инструкция, что мы там не видели. Здесь у нас также два выхода и три входа. Еще добавился Lightning. Кнопка и цифровая индикация заряда. Здесь вот у нас характеристики тоже продублированы. И тут на торце также характеристики имеются. Ну что же, надо их проверить. И перед тем, как начать тестирование, давайте уточним пару моментов по характеристикам и цене. Так, двадцатка у нас. Во-первых, литий-полимерные вот баночки, видите, да, применяются. Во-вторых, имеются все степени защиты от превышения потока по вольтажу, от короткого замыкания. В общем, все тут есть. 9 степеней защиты. И есть вот две модификации. У меня 20... которая просто LT, и есть еще 20 PS. У нее чуть меньше размеры в высоту и в ширину, но зато она чуть толще. И вот очень важный момент для тех, кто еще не знает, что 20 тысяч мАч это при 3,7 вольтах. Если, соответственно, при 5 вольтах на выход, это будет 14800. То есть отдает 20-ка 14800. Ну а 10-ка, соответственно, в два раза меньше 7400. Теперь у нас по десяточке что? Также у нас применяются литий-полимерные батарейки. Также есть все степени защиты. Ну и цены. Значит, сейчас цена 10,99, 11 будет 7,91, а первые 100 заказов будут со скидкой 50% еще. То же самое для вот этого банка, для двадцатки. Здесь у нас, значит, сейчас она 14,90 стоит, 12,74 будет 11, и первые 100 ордеров по 6,37 можно будет купить. Доставка, кстати, из России. Вот смотрите в корзину. Российская Федерация, да. Из России, соответственно, доставка. Компактная версия чуть дороже будет, двадцатки. Так, все, переходим к тестированию. Значит, начнем с десяточки. Тестируем, сколько он нам максимально выдаст ток. Так. Сразу у меня здесь 2,1. 2,2. Ну, вы видите, да?
11 ватт, то есть свое заявленное уже банк отработал, уже выдает. Прибавляем, смотрим. Так, многовато. Вот, при 5 вольтах 2,7, 13,61 ватта. Без падения напряжения он способен выдать 2,7 ампера. Вместо 2,1, по-моему, да, там заявлено. Неплохо, да? Так, ну-ка, другой выход. Выхода, естественно, они идентичные и параллельные. И, соответственно, при подключении двух устройств это будет у нас делиться мощность. 3 ампера почти. Смотри-ка, не выключается, ну-ка. А где у нас еще один резистор, чтобы посмотреть, где у нас защита срабатывает. Так, 2,5. 2,6. Вот у нас 2,7 без падения напряжения. Потом пошло падение напряжения. И, короче, на 3. На 3 срабатывает защита у этого пауэрбанка. Ну что ж, неплохо. Теперь давайте смотрим двадцатку. Двадцаточка. Ставим. Тот же самый прибор. Те же 2,2, естественно. 2,1, вот 2,2 выдает. Начинаем прибавлять. Прибавляем потихоньку. Здесь у нас так, 2,5, и уже начинается падение. Здесь чуть поменьше превышение. 2,5 у нас максимально может выдать. Ну, тоже больше номинала, естественно. Оп, и все, и ушел в защиту. Ушел в защиту. Где-то на 2,6 уходит в защиту. Сейчас попробуем тонкой настройкой, чтобы точно увидеть порог его срабатывания. Сейчас до 2,5. Вот. 2,5 подняли. Все, пошло падение напряжения. 12 ватт все равно выдает. Это больше заявленных. 2,6. Да, 2,61 уходит в защиту. Ну, соответственно, здесь 2,5 ампера будет делиться между устройствами. При подключении, значит, двух зарядных. Кстати, как я и сказал, выходы совершенно идентичны. Не знаю, почему они так помечены. По-моему, они всегда у Ромаса были одинаковые. Так, ну и давайте померим, сколько они сами заряжаются, какими токами, напряжениями. Напряжение-то понятно, 5 вольт у них нет, квикчарджа. Так, двадцатка, 2 ампера, 10 с небольшим ватт. Пошла зарядка, 10,71, 11 ватт. И смотрим десяточку, куда я пытаюсь навтулить. Десятка. 1,6, 1,7 порядка. Ну, где-то, наверное, в самом разряженном будет достигать 2 ампер заявленных. Ну, в общем, как-то так, друзья. Касательно емкости, к пауэрбанкам Ромас никогда не было претензий, они, в общем-то, ставят честные батареи. Если на момент публикации этого видео я уже успею их зарядить, разрядить, померить, то в закрепленном комментарии я напишу результаты. Но, как показывает практика, с емкостями всегда у банок Ромас было все хорошо. Ну что, друзья, вот такие вот две простенькие баночки можно будет купить по довольно выгодной цене 11-11. На сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока.